пар. На конкурс пар у нас представлены две породы. Пара золотистых ретриверов и пара левреток. Сейчас Как это называется? Изабелла. Изабелла. Я помню, были Изабелла в этой Бернбурне, и их отменили. Которые Вот это вот Изабелла классическая. В принципе, у нас Изабелла по документам называется все, что оттенки песочного. То есть белого окраса у нас нет по стандарту, у нас есть почти белый. Палевый. Он тоже считается Изабелла. Совсем темная Изабелла, которая там уже почти коричневая. Это тоже Изабелла. Но вот это вот Изабелла классическая. Вот это вот отец и дочь. И черная сука мать дочери. Папа ветеран, да, сука, чемпион. Папа ветеран, мама ветеран, сука, чемпион. Называются лучшие представители пород отечественных пород.